камера не передает. Ну и прям шикарно. Просто. У нас такой бы не вырос за лето, мне кажется. Отличный урожай. Вот хороший крупный дайкон. На рынке такой будет стоить нормальных денег. Человек поработал, соберут урожай, сдаст, заработает немного денег. А вот что-то такое растет. Красный участок, прям листья красные. А что это такое? Непонятно. Красного цвета. Это дерево родственное, чем-то родственное нашей акации. Листики вот такие похожие на акацию. Колючек нет. Колючек нет на этой акации. Отлично. Вот тоже дерево джетфрут. Целыми рядами здесь такие деревья растут. Вот это высохло. Древесина используется для изготовления мебели, как я уже говорил. Вся мебель здесь делается только из красного дерева. Из массива красного дерева. Она тяжелая, но качественная, добротная. Кустарники лайма. Вот даже плод вижу один. Хотя нет, их тут несколько осталось. Вот еще. Там вот еще есть. Ну, сезон, по всей видимости, уже закончился. Их, наверное, уже собрали все. Это только остатки уже какие-то. Уже цветут они. Для нового урожая.
А вот новая дорога, кирпич уложен торцом, здесь уже плашмя лежит. Привет. No, selfie, no. Местные жители любят фотографироваться, селфи все время. Привет! Привет! Так. Тут опять деньги собирают. Мечеть. У меня нету с собой. Не брал. Привет, привет. Привет. Никого не пропускают. Не пропускают никого без взноса на строительство. Бананчики висят. Привет. Вот такая колоночка. Видите, вот такие здесь колонки. Не вижу счетчика воды. Счетчики здесь стоят. Все. Повез урожай. Непонятно, что это, морковка или что-то еще. Дороги здесь отличного качества. Все на тележках с электротягой, какие-то мешки возят, грузы. Вот здесь были кусты, все вырубили. Какое интересное растение. Пальма как основа. И на пальме наросло лианы, какие-то цветы, много всего. Пальмы самой практически не видно.
шифер повез. Местная маршрутка поехала, тук-тук называется. Привет! То, что мне здесь больше всего нравится, вот в таких местах сельская местность, то, что здесь нет никакой суеты. Тишина, покой и умиротворение. Огромный участок, который засажен морковкой. Там вот дальше вижу капуста. Вот сейчас сезон. Сезон морковки. Капуста тоже вот завязалась, нет, посмотрим сейчас, завязывается капуста. Пока только завязывается. Привет, привет. Вот впереди слышно. На участке помпа работает, поливают участок. Фото. Камера. Кам. А вот это, наверное, да, это лук, по-моему. Это. Лук. 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 Да, вот он. Это вот обычный лук. Да. Лук здесь, кстати, вкусный. А, вот и картошка тоже, по-моему, всходит.
Да, картошка всходит. Ее вот полили только что. Тут грязь. На дороге надо ее обойти. Поливают участок. Вот труба гибкая, пластиковая, прозрачная. Вода идет по трубе. Вот там помпа. Сейчас поближе подойду, посмотрим, как она выглядит. Качают из водопровода. Так. То есть здесь колонка, в колонке труба, насосу, и вот качают вот воду по такому широкому шлангу. Поливают огород. В общем, все как у нас. Мы все на огороде точно так же поливаем. У нас раньше водопровод был. Потом он перестал работать. На даче. Ну, рядом есть ручей, с которого можно качать воду. Вот мы точно так же насос ставим, качаем воду, поливаем огород. Вот меня дети увидели. Привет! Вот они бегут все. Привет. 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 Вот они любят, любят поздороваться, дети. Привет. Для них это такая радость. Привет. Привет.